Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Silent Hill. И остановились мы после... После тюрьмы мы остановились. Ну, все, из лифта мы вышли, точно. Мы из лифта вышли, у нас сохраненка. И идем далее. Эй-эй-эй. Давай, люлей. Ой-ой. Все, всех завалили, сохранились. И теперь давай уже исследовать, что здесь есть. Что это такое? Я не могу пройти здесь, так как на пути растянута проволока. А если растянута проволока, значит, не просто так, иначе бы дверь поставили. Значит, нам нужно найти, что, наверное, чем, точнее, порезать. Чем порезать? Странный коридор, а нахуй нужен? Непонятно. А, стоп, погоди-ка. Ничего, да, нету? Здесь тоже никаких скрытых стен. Ну ладно, давай попробуем посмотреть, что да как, где. А, карта увеличивается по мере того, как я иду. Хорошо. Здесь у нас лестница в очко. Ладно. Давай-ка пока подождем. Посмотрим, что у нас еще есть. Еще одна лестница. Хер знает куда. И еще одна лестница. Хер знает куда. Так. Ну давай начнем, что ли, с этой. Я даже не знаю. Сохранимся на всякий случай. Что за хуйня здесь творится? Лестницы идут наверх. Но это просто помещение внизу с лестницами, я так понимаю. Ой, блядь. Ты чё нахуй? Кастрюля ёбаная. Давай тут поднимемся. Так, ну я тут был. Давай попробуем сюда пройти. Здесь комната. С цепью. Я взял большой нож. Патрон для дробовика. Для дробовика. Нихуя. А может им можно? Это походу этого нож. А здесь, собственно... А, да тут, собственно, больше ничего и нету. Ну, попробуем его завалить нахуй им.
Да что-то нихуя. Что-то не работает. Ну хорошо. А, может им можно перерубить проволоку вонючую? Ладно, давай еще туда спустимся. Ладно, в пизду их. Сдохни, сука. Туда же, скотина. Так, выход. Мы нахуй где? Что это за ёбаный в рот? Интересно. И чё? Может его поворачивать можно? Ага, можно поворачивать. Это дверь? А, подожди. Странная хуйня. Но очевидно мне больше некуда идти. Блять, еще вот так вот надо. Опа. Чё тут? Нихера себе. А, нет, неправильно. Двери-то заблокированы. Так, я понял. О, было? Да, есть что-то. Не понял. А ты тут что делаешь? Это ж, по-моему, из заставки. Ну понятно, она не... это какая-то хуйня. Она не понимает, что это за хуйня.
Оставайся тут. Куда ж ты денешься-то, блядь? Чё она ещё скажет? Ага, куда-то пошла. Хуйня какая-то, слышь? Что-то произошло. Это что за звук? А, кусачки. Они-то мне и нужны. Да-да-да. Вы-то мне и нужны. Так, инвентарь. Где вас найти? Все, проходим дальше. А тут у нас какая-то лестница. Так-с. Спускаемся, что делать? Хоть не прыгаем. И опять 500 лестниц. Здесь я не был. Здесь я не был. Опять лестница. Понятно, тупик. Пойдем в ту лестницу посмотрим. Что там? Тут я тоже не был. Что за звуки? Так, ну это опять же тот коридор. Давай попробуем там выйти, вот в этой лестнице. Вот здесь. Так, а я здесь не был. И тут я не был. Цук. Что-то у вас тут дохера. Что за дырка в полу? Нельзя никак использовать. Господи, надоел. Здесь я был? Не был. Здесь что? Пятьсот коридоров. Лестница. Давай поднимемся. Thank you.
идем. И опять лестницы. Как они мне надоели. Это реально лабиринт. Давай тут. Сохранёнка. Сохранимся. Что за хуйня? Я сюда не нажимал. О, Мэри, да? Или что, блядь? Что это за хуй? Это что за ёб твою мать? А чё за хуйня? Что за дементор, блядь? Господи, ну и пиздец. Какое-то говно. На полу лежит газета. Она покрыта каким-то нифига. Она говорит, пятка похожа на кровь, часть слов нечитаема. Ой, этот я пропустил. Человека позже опознанного как Томас Оро, лесоруб, 39 лет, был найден в его доме посреди комнаты, лежащим лицом вниз. Предполагаем, причиной смерти стали многочисленные колотые режущие раны передней части шеи и левой части груди, нанесенные предметом с острой режущей кромкой. Смерть наступила примерно, ну, наверное, в период между 11 вечера и 12:30 ночи. Судя по наличию следов борьбы и отсутствию орудия убийства на месте преступления, полиция считает, что это было преднамеренным убийством, возбудил уголовное дело и начала расследование. Кроме того, учитывая тот факт, что деньги в комнате были не тронуты, а сам мистер Оро не был ранее, наверное, был замечен в склонности к алкоголизму и в проявлении агрессии, полиция подозревает, что мотивом преступления послужило не ограбление, а какие-то старые ссоры, наверное, старые счеты. Хрен знает. Хорошо. Так, это я все видел. Пиздец. Ну и все, да? Папочка, блядь. Успел только с дробана дать ему. Разрядик. Да пиздец. Он такой, блядь, долгий. А ружье, может быть? Надо, кстати, с ружья пострелять. Ни разу не стрелял. Блядь. Как высвободиться из этой хуйни? Я что-то не понимаю. Пиздец. С дробана как-то даже лучше было. Ты чё ут-то, ёб твою мать, стреляй, блядь. Дебила кусок. Ну и он не все, блядь, не отвечает нахуй, ни одна кнопка управления, блядь. Да ёпта. Может, за него надо убежать? Блядь, я не успеваю, нахуй. Давай с пистолетом, может. Ну как-то поживее с пистолетом, блин. Хуета какая-то. А ножом рубануть нельзя вот этим? Он даже не успевает.
Повсюду газеты на стенах, на полу. Похоже, здесь нет ничего интересного. Стоп. Но на этой стоит сегодняшняя дата. Это довольно странно. Да, странно, блядь. Странно, что я не могу ничего с этим петухом сделать. Как освободиться, блядь, под него? Да что ты нахуй? Пиздец, господи. Ну и хуйня. Что, твою мать, происходит? Залупнятина, блядь. Так, давай ножом попробуем. Бля. Кстати, хорошо он его рубанул. Надо попробовать. Надо только попробовать долбануть по нему, успеть переключить и отбежать. Не успел. Надо пораньше, блядь. Он очень долго замахивается. Да почему ты, ёпты? Даже один раз не успел. Как-то долго в этот раз. Надо прям за... это... пробел прям... это... спамить пробелом попробовать. Чтоб он точно не пропустил. Блин, долго-долго. Почти влупил ему. Почему у меня не получается? Очень долго готовится. Вот он берет нож и вот как-то... о, прям... вот так как-то прям... Причем я вот нажимаю F и пробел, и ничего не происходит. То есть F, пробел. То есть вот такая вот задержка. А если мы переключаем... То есть лучше, конечно, зажать, наверное. Господи. Крутит там что-то ножом своим. Бля, я ему несколько раз влупил. Он должен был сдохнуть. Начинается, блядь, потнина. Давай в этот. Боже мой, идиот. Может, не в угол, а в обычное? Тогда он, блин, дольше размахиваться будет, но удар посерьезней. На третий не хватило, да? Что, блядь, за вот это движение? Это что нахуй? Да на самом деле дробовик он не дольше, не быстрее делает, на самом деле. Не намного. Да, нет. Он, короче, очень долго делает. Третий удар. Второй хватает, третий уже все. Он подходит. Блядь, еще места же ему надо побольше. Долго, блядь. Надо поближе к ней подходить, я думаю. И оттуда пытаться. Ну, ладно, задумка хорошая. Угу. Только очень близко и, видимо, самым кончиком попал. И херово. Угу, не успел. Да ты мог ударить-то, нет? Идиот. Да, блядь. Это пиздец. Хорошо, а если мы перебежим в другой угол и с дробана ему дадим? Дробан заряжен? Угу. Так ты еще дольше, блин, целишься. Так, на дробан. Сука, долго ходит. Давай, 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 переключай. Вся сволочь такая. Надо, я хочу перебежать, попробовать с дробовика ему влупить.
куда ты, блядь, стреляешь? Идиот. Что за хуйня? Сколько, блядь, его надо хуярить? Это пиздец. Попробуем по одному патрону тогда убить ему. Да. Только я слишком как-то далеко. Но, в принципе, имеет место быть. Попробуем так. Я просто даже не знаю, сколько ему надо выстрелов. Дурь какая-то. Самая настоящая. Да что ты? Надо было его поближе приманить еще раз. Блин, там это просто собака сидит в углу, блин. Мешает. Пробежать по комнате. И стоит. Бля, я видел, как чувак как-то освобождался нахуй от тебя. Он его отпускал. Блять, это хуйня какая-то. Либо это на сложном уровне просто нет. Блин. Очень даже как-то странно, что я нахуй не могу, блядь, ничего пройти. Реально, вот я не понимаю. Я смотрел видосы, чуваки там просто бегали от него, он их хватал. И как бы ничего не происходило. Он меня хватает, и пиздец. Вот как освободиться нахуй от него? Ни одна, блядь, кнопка не работает, ёб твою мать. Вообще ничего. Пиздец. Нет, ну когда он все, он накинулся, и уже ничего. Включить нельзя ни одну кнопку. Ладно, надо выспаться нахуй. Итак, у меня уже прошла неделя, голос мой немножко изменился, я немножко приболел, блин, у меня температура 37. Но, тем не менее, я полон сил для продолжения записи. Вот, мы, собственно, все то же самое. Я тут увидел, что можно как-то вырываться. Давайте попробуем. Вроде как право-лево. Вспомнить бы нахуй. Только вот так, что ли? Или это работает только на... А, да, смотри-ка. Вперед-назад надо. Все, я понял. Надо вперед-назад ходить. И, ну, соответственно, по углам шляться. Ладно, попробуем. Давай, уходи. Уходим. Так. Давай. Так. Аптечка. Или напиточек сначала давай. Напиточек. Слушай, нормально он так растаскивает. Да что ж ты будешь делать-то? Ебучая кровать. Ну, так, ну уже больше у меня шансов. 3 в магазине. Да, блядь. А, надо, короче, через меню попробовать перезарядиться. Вот так вот сделать. Ну неужели, ёб твою мать. Ребята, мы прошли. Просто вверх-вниз надо. Можно освободиться от него, просто вверх-вниз клавиши использовать. Это пиздец. По-моему, она ёбнулась. А нож ты ее, нахера нам, мне интересно.
Да, блядь. Накрыл ее конкретно. А дверь открыта, да, была все это время? А что там, текстуры нет? Да. Ничего тут нельзя посмотреть. Так, ну... Собственно, мы идем дальше. А тут у нас только коридор. Короче, это будет, походу, одна из самых длинных записей. Дверь. Опа. Что за хуйня? Его лицо накрыто листом бумаги, на нем что-то написано. Этот человек был повешен за фальшивомонечество. Правосудие и справедливость восторжествовали. Фальшивомонечество. А здесь нихуя, да? А, нет. Этот человек был повешен за растрату общественных денег. Правосудие и справедливость восторжествовали. За убийство. А этих нельзя посмотреть, да, что-то? А, похищение детей. Убийство, похищение детей. Насилие. Растрату общественных денег. Мошенничество. И фальшивомонечество. Хорошо, ладно. Что-то еще, может, тут есть? Надо бы сохраниться, конечно. Так, что у нас тут? Какие-то таблицы. О. Я не хочу умирать, но завтра я пройду 13 ступеней. Пожалуйста, кто-нибудь ответьте мне, почему я должен утром умереть. Этот заключенный человек рядом со мной верит мне. Потому что они все сумасшедшие, вот почему, сказал он. Конечно, я понимаю, что его точка зрения ничего не изменит. Теперь ты понимаешь, почему я дерусь против них, пробормотал он. Человек, который был казнен вчера, тот самый, что сказал, что его работой было продавать мечты, говорил неправду. Продавать мечты. Что это значит? Ладно. Но человек, которого должны казнить послезавтра за кражу детей, крикнул, что это правда. Человек, который повесит сегодня, ответил: «Они все равно меня убьют в любом случае», — сказал он. Он был пойман на растрате общественных денег. Поэтому он даже не надеялся на милосердие. Человек, который всегда тихо улыбается, сам себе тихо сказал: «Я счастлив, ведь я скоро буду с ней». Это, наверное, тот, который убийство совершил. Или что-то типа того, не знаю. «Я не хочу умирать, я хочу вернуться домой. Но я знаю, что этого не будет. Хотя я ничего не сделал. Они верят, что это преступление моя вина. Кто-нибудь спасите меня, это не правосудие. Они жаждут крови, а я их жертвенный агнец». А здесь чего? «Только безгрешный может тебе здесь помочь. Если ты неправильно выберешь и потянешь веревку преступника,
ты сполна получишь свою награду в самом жутком виде. Ебать. Так, веревки надо тянуть, походу. Хорошо. А здесь что? Здесь у нас закрытый какой-то вентиль. Ручку повернуть не получится. Сначала нужно снять наручники. Значит, нужен ключ. Ну, это сейчас изи, блядь, сделаем, ёпта. Веревка свисает с потолка. Потянуть её, да. И чё? Ну, потянул. Давай еще потянем. Давай еще раз потянем. А, это он одну и ту же тянет. Понятно. А, может, давай туда перейдем, там, где мы были. Вот в эту комнату. Опа. Что-то упало. Я взял ключ осужденного. Здесь лежит лист бумаги, что накрывало лицо трупа. О, погоди. А мы что, с первого раза типа правильно забабахали? Ну-ка пойдем посмотрим вентиль. Так. А, через этот, наверное, нужно. Ну-ка. Похоже, я не могу это здесь использовать. А где надо использовать? Стоп. Ну да, надо снять наручники. Ну, подожди. Во, да, все. Что-то он затупил, она маленько. Угу. Все, проходим. А это, по-моему, был фальшивый монетчик, блядь. Монетчик. Так, и здесь у нас что? Дверь. Здесь что, клетка? Закрыта. Хорошо. За хуйня? Опять Мэри, что ли? Ой, Мария. По-моему, у нас глюканы немного. Может, я выбрал не то, что нужно? Но, с другой стороны, ее давно забабахали. Ничего особо не поменялось. Так, а причем тут Мэри? Угу. Мне больше нечего делать. О! Открыли калитку. Аптека. Великолепно. Так, кладбище какое-то. Патроны. Чё?
Именно на надгробной плите слишком затерто для того, чтобы его можно было прочитать. А это что такое? Так, я вижу там сохраненку. Здесь написано эпитафия. Этот преступник выпил свою последнюю бутылку эля перед казнью и теперь лежит здесь в вечном покое. Тут что? Нихуя, да? Затерто. Затерто. Написано имя. Мириам К. При... Чего? Предательница. Имя затерто. Вот это что-то квадрат Малевича, блять. Уолтер Салливан. А, это тот, который убийца там или кто-то он. Хуй его поймешь. Так, вот здесь что у нас? Эдди Домбровский. Опа. Это не этот Эдди. Анжела Ороско. И, наверное, Мэри. Джеймс Сан. А, еще лучше нахуй. Так, нет, не перезаписать, а именно сделать новые. Вот так вот. Так, ну что, как тут? Здесь, вот тут дырка, нахуй. Спускаемся. Длинный-длинный коридор, как обычно. Нихера тут что было? Это типа напоминание о том коридоре или что нахуй? Нармес. Эдик тут. Понятно. Ну, короче, с ним будем сейчас херачиться. Надеюсь, с ним не так сложно будет, конечно. Пиздец. Может, дробана тебе? Какая-то дурка. Жесть. Идиот он, блядь. Патл.
Здесь нихера нет. Давай. А, не записано. То есть хер там, да? А, ну, в другую сторону. Угу. Блять, как этот жиртрест, блять, бегает, сука. Да, пошел ты. Что, даун? Блять. Дурка, блять, какая-то. Чё нахуй? Не устанавливается. У него все аптечки, блять, проебаны, походу. Пощё в нахуй. Ну и дурь. Типа спрятался? А, он типа прячется от меня. Сука. Блять, иди сюда, жирная скотина. О, готов. Ублюдок. Ну, блять, ты так-то стрелял, да? Human big. Человек большой. Большого человека звали. Ну, в принципе, похуй. Какая-то дурь. Так, не записано. Может, сюда нам надо? Ну, да, возможно.
Записано. Корабельный док. Друзья, в ту сторону ничего нету. Ну да, здесь не пройдешь. Что-то светится. Так. Ну, походу, нам в лодку. А, и нам надо куда-то плыть, да? Ну, поплыли. Мы вообще плывем или нет? Опа, что это? Хоть бы ориентир какой-нибудь был. Карты нет, я так понимаю. Ну, блин, я не знаю, как на ней ориентироваться. Что-то горит. Это ж, я надеюсь, не то, откуда мы пришли. Да, это что-то другое. Это не, место не изменилось за 3 года. Так, ладно. Это место мы изучим уже в следующих видосах. Вот. Пока что. Вам понравился этот длинный видос. Я думаю, это будет одна из самых длинных серий вообще в этой игре. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставить комментарии, есть еще ссылочка в описании на группу ВК, телеграм-канал и 2-й канал по автомобильной тематике. Вот, ну и на этом все, всем пока.
with